Здравствуйте, уважаемая администрация Яндекса. Я, Штрак Александр Николаевич, являюсь инвалидом первой группы, заболевание ДЦП колясочник с тяжелой формой физической патологии, студент МКПУ. Когда болеют родители у таких людей, как я, то это страшно выбивать лечение в нашей стране доступно только физически здоровым и очень психически уравновешенным людям. Поэтому мне это не под силу, мне приходится собирать деньги для своей тяжелобольной матери всеми возможными способами, в частности, через сервис Яндекс.Деньги при обналичивании же этих денег я плачу огромную комиссию. Например, с 15 тысяч рублей я плачу около 500 рублей, это 10 упаковок одного из препарата для химиотерапии. Прошу вас рассмотреть вывода средств без комиссий для благотворительных целей.